Сегодня призывная комиссия определяет, кто из этих ребят будет защищать родину на суше, а кто на воде. Каждый из них вырос в Ивантеевке, в том числе Даниил Чевардаев. Юноша для себя уже решил, что хочет построить военную карьеру в Росгвардии. Отделение полиции сейчас считается. А свое будущее хочу связать с полицией, служить. Армия, она как-никак меняет тебя. Она из тебя делает, ну, мужчину, она тебя, грубо говоря, у кого есть родители, она отбивает их у тебя, и ты становишься самостоятельным. Род войск определяют с оглядкой на здоровье будущего солдата. В президентский полк, например, берут только с идеальными показателями. При этом комиссия интересуется желанием самого призывника. Я заканчиваю филиал Бауманки по специальной системе управления летательными аппаратами. Дальше в дальнейшем буду по целевому отрабатывать по контракту еще 3 года. И хотелось в армии получить дополнительный опыт какой-то. С прошлого года в военкомате ужесточили санитарные меры среди обязательных требований ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Мы разделяем потоки и, соответственно, делаем отдельные контрольные медицинские посты, где осуществляется контроль медицинского освидетельствования гражданина, то есть проверка термометрии, выдаются ему индивидуальные средства защиты, маска, перчатки, и он уже в составе своей группы проходит на медицинскую комиссию сюда, в военкомат. Весенняя призывная кампания стартовала с 1 апреля. До 15 июля с 3 городов – Ивантеевка, Пушкино и Красноармейск – служить отправится не менее 240 человек. Иван Чинаев, Владимир Безлепкин, Анна Белова, ИТВ.